самом интересном и важном в Нижегородском регионе расскажут журналисты областных телекомпаний. Смотрите в выпуске «Новостей губернии». В Нижегородской области проведут эксперимент по использованию виртуальных социальных карт. Нижегородская делегация принимает участие в международной выставке «Иннопром». Масштабный волжский сабантуй прошел в автозаводском парке. Подробности далее. Пластик в сторону, переходим на виртуальные социальные карты. Первые в стране, и это жители Нижегородской области. Теперь могут воспользоваться ей для льготного проезда в общественном транспорте с помощью телефона. Раньше нижегородцам для того, чтобы оформить льготную персональную карту, необходимо было обращаться либо в МФЦ, либо в отделение оператора автоматизированной системы оплаты проезда сити-карт и оформлять там свою персонализированную транспортную карту со скидкой, исходя из тех льгот, которые он получает. Сейчас с запуском этого проекта пилотного появляется возможность для пользователей телефона Android с функцией NFC, бесконтактной оплаты, возможность получить льготную персональную карту, виртуальную социальную карту через портал госуслуги. Не выходя из дома и не выпуская телефон из рук, заходим на госуслуги и выбираем раздел «Виртуальная социальная карта». Далее следуем инструкции, вводим необходимые данные. Выбираем из перечня положенные льготы. Пока что это только льготный проезд на общественном транспорте. И привязываем карту МИР. Сутки на рассмотрение, и можно смело тестировать маршрутки. Для того, чтобы проехать на транспорт, необходимо открыть карту в приложении МИРПэй и произвести оплату проезда. Внимание! Пока что такая карта доступна при льготном проезде детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей от 14 до 18 лет, а также граждан, вынужденно покинувших новые российские регионы или Украину. Дети-сироты смогут воспользоваться ей в автобусах, трамваях, троллейбусах, метрополитене. Временная переселенция также в железнодорожном транспорте, в пригородном сообщении и на канатной дороге. В 2017 году Нижний Новгород был первым городом-миллионником, в котором на всех видах пассажирского транспорта начали принимать бесконтактные карты МИР. Это и метро, и трамваи, и троллейбусы, и автобусы, и наша замечательная канатная дорога. В 2023 году Нижегородская область первая область, где реализована оплата проезда виртуальной социальной картой. Соглашение о запуске тестирования виртуальной социальной карты в июне 2022 года подписали на конференции ЦИПР. Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максуд Шадаев и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Сейчас мы это оттестируем и будем расширять уже спектр на всех льготников, которые у нас здесь присутствуют в Нижегородской области. А если мы говорим, вообще у нас около 3000 автобусов, где-то 116 перевозчиков, и 80% из них они перевозят льготников. Поэтому это существенное такое количество людей, которые смогут в дальнейшем воспользоваться данным сервисом. Первый шаг сделан, теперь остается ждать обратной связи от пассажиров. Служба информации, Арина Рогнова, Валерия Евстигнеева, Василий Лысков. Более 40 тысяч участников, представители власти и компании из 60 регионов России, а также из почти двух десятков стран СНГ, Азии и Африки. Иннопром продолжает держать марку крупнейшей международной выставки. Отсутствие бывших западных партнеров пошло на минус только им. И то, что сегодня некоторые западные компании, западные страны не принимают участие в Иннопроме, я думаю, это в первую очередь ущербно для них самих. Потому что здесь собирается все, что сегодня является наиболее передовым с точки зрения индустрии, с точки зрения развития транспорта, промышленности, новых технологий, цифрового развития. Все мы здесь видим. И то, что они не принимают участие, они теряют рынок. Но не случайно же почти 500 компаний китайских приехала и принимает участие в Иннопроме. Иннопром – это не только презентация промышленных продуктов, но и деловые переговоры. Здесь же в режиме нон-стоп подписание соглашений. Только с сегодняшнего дня планируется проведение более 100 переговоров B2B. Это уже существующие договоренности наших предприятий. Конечно, еще и к нам будут заходить гости на стенд. И рассчитываем на то, что все предприятия, которые находятся сегодня,
сегодня на Иннопроме, получат долгосрочные контракты на свою продукцию. У Нижегородской области на Иннопроме традиционно свой стенд и одна из самых больших региональных делегаций. Почти 30 компаний презентуют свои разработки. Причем сферы разные – судостроение, химическая промышленность, электроника, оптика, 3D-технологии. И это далеко не весь список. Особое внимание к беспилотным летательным аппаратам, как гражданского, так и военного назначения. Современные дроны представляют разные компании из разных регионов. У нашей области есть свои передовые разработки. Это беспилотник вертикального взлета и посадки самолетного типа. Это универсальная платформа, но здесь представлен грузовой вариант, который должен работать в составе автоматической воздушной транспортной сети. И все это представляет услугу доставки грузов для Почты России в рамках региона. И наша цель сейчас в первую очередь – это локализация производства, испытания и затем уже локализация компонентной базы. Для этого, собственно, все предпосылки в Нижегородской области есть. И НОЦ Нижегородский, и Инновационно-научно-технологический центр, и ОС «Кулибин», где все это можно будет впоследствии производить, и технопарк микроэлектроники «Волга», и наши вузы, и Политех, и Лобачевский, и многие другие институты, и даже колледжи уже сегодня и собирают, и учат летать, и испытывают, и придумывают новые неокры. Регион получил высокую оценку за эффективность промышленной политики. В рейтинге мы вошли в десятку по стране, а по внутренней господдержке промышленной сферы – лучшие в стране. Иннопром – эффективный инструмент налаживания партнерских связей в промышленной сфере. Мы, как промышленный субъект, в этом году вновь, я считаю, продемонстрировали хороший итоговый показатель. Регион вошел в топ-10 этого рейтинга, регион вошел в десятку и продемонстрировал рост на 4 позиции. Более того, по одному из 5 показателей, а именно по показателю региональной поддержки промышленности, регион стал победителем этого рейтинга. Программа Иннопрома по традиции насыщенная. 3 дня Екатеринбург живет именно этой важной выставкой, объединяющей промышленность разных стран мира. А как следствие – выстраивание новых деловых отношений наперекор санкционному давлению. Служба информации, Наталья Куликова, Сергей Щеплягин и Алексей Завулов. Народы России на одной сцене. Все те, кто проживает на реке Волга. Такой масштабный волжский сабантуй проходит впервые. Принял его автозаводский парк. У сабантуя древняя история. Это праздник в честь окончания весенних полевых работ. На этом празднике чествуют, как мы говорим, батыров поля, батыров села, которые работали в поле, комбайнеров, посевную работу хвалят. Положительные впечатления. Прям мне очень понравилось. Мы еще не знакомы с татарской культурой, вот и для ознакомиться. Празднование масштабное. Делегации из более чем 40 субъектов России. Мы очень ценим все нижегородцы и правительство Нижегородского. Очень ценим нашу дружбу, очень ценим наше единство на нижегородской земле, которое сложилось между национальностями и разными вероисповеданиями. Понимаем, насколько важен ислам, насколько важен татарский народ для нашего региона, для нашей страны в целом. И вот этот праздник, это замечательное событие, это знаменование, это символ вот этого единства и того величия, которое мы только вместе заеди, купно заедино, как принято говорить было в Нижнем Новгороде раньше, можем созидать будущее. Праздник Плуга, так еще называют сабантуй, посетили муфти шейх Равиль Гайнуддин и заместитель премьер-министра Республики Татарстан Василь Шейхразиев. Наш президент Владимир Владимирович Путин, как и мы, вместе традиционной религии выступает за сохранение и национальных, и исторических, и духовных, и, конечно, семейных традиций. 15 субъектов Российской Федерации расположено на Волге. Реки 26 субъектов Российской Федерации впадают в Волгу, поэтому сегодня представители татарской автономии 41 субъекта находятся в Нижнем Новгороде. Что такое Волга? Это вода,
это два берега, которые всех объединяют. А еще песни, игры и пляски. Состоялся межрегиональный фестиваль татарской культуры «Меликой», а сотни гостей могли угоститься национальным татарским блюдом чак-чаком.